дорога у меня была только дотянуться. Ну чуть-чуть она там. Тут чуть-чуть двинь рулем, он уже наедет на какую-то краску, ничего страшного. Я ж не в забор бы. Я очень, да, я бы, если бы это было очень рискованно, я бы не делал этого. Safety is my number one priority. Этот таймлапс второй, наверное, там уже батареи не хватит, чтобы отнуться. Там, там было 9%. Нет, экранчик он выключается, сэкономить свет, видимо. Ну там это все можно настраивать, выключается он или нет. Я сам иногда не помню все, что я там понастраивал. Надо подхолодить, что ли, эту машину. Сейчас только посмотрим. Белая машина тоже меня заблокирует. Шахмат.